партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. АТВ «Михалыч». Говорим о погоде на 23 февраля. Кстати, дорогие мужчины, кто служил, кто был в сапогах, с праздником вас! Будьте всегда здоровы и в форме. По республике в ближайшие сутки ожидается смещение атмосферного фронта. Местами небольшой умеренный снег, подъемка, слабые метели. Ветер северо-западный 5-10, местами до 19 метров в секунду. Температура воздуха: северные районы ночью 18-23, по Баргузинской долине минус 15, днем минус 6-11, местами до нуля. Теплее, однако. Центральные районы ночью 8-14, днем 1-6 мороза. В южных районах также ночью тепло, минус 8, минус 13, по юго-западу холоднее, 17-22, днем 1-6, местами даже плюс 2. Наша дорогая столица, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 8-10, днем 1-3 мороза. Атмосферное давление будет расти до 726 миллиметров ртутного столба. На дорогах местами снежные накаты, гололедица. Будьте внимательны. Треть всех случаев онкозаболеваний можно предотвратить, утверждают специалисты. Как это сделать? Взять под личный контроль следующие 5 факторов риска. Избыточный вес, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей обязательно. Отсутствие физической активности, спорт. Употребление табака и алкоголя. Минздрав утверждает, вы сильнее этих вредных привычек. Месячник профилактики онкозаболеваний продолжается в Бурятии. Следите за своим здоровьем, вы нужны себе, всем своим родным, близким. Будьте здоровы. Рак молочной железы – самый распространенный вид рака у женщин. Что делать? Регулярное самообследование молочных желез, маммография, своевременная диспансеризация. Рак излечим. Выбери жизнь.